Окей. Вот за ним едь. Из Эленвиля мы едем за зеленой машиной. Поворачивай направо. Ну, поворачивай же. Что ж тут какая-то неуютная. Зоя за рулем. Это церковь. Красивая церковь. А Эленвиль вообще очень красивое место здесь. Он на зеленом светофоре. Ты увидишь его. Это мы специально развернулись для того, чтобы поехать за хозяином этого Форда. Интересно. Он говорит, что у него дома еще три машины есть. 31-го года. Это, которая была 47-го, Форд. Оригинал, она стоила $500. Эленвиль вообще оригинальное еврейское место. Он специально притормаживает, чтобы куда приезжать. И куда круче, я не понимаю. Едем. Язда. А там горы какие красивые, смотри. Красота. Еще одна церковь. Это было еврейское место. Мы ездим с медицинского офиса. Смотри, какое красивое. Калькулятор у нас настроен домой. Видишь его, где он? Вот этот уедет. Он впереди. Уезжай уже, ты езжай прямо. Прямо езжай, он там впереди. Окей. Он специально медленно едет. Вот этот вот впереди в лес. Ну ничего страшного. Сегодня здесь живут все. Все, кому только. Это наш калькулятор заставляет нас домой ехать, а мы не хотим домой. Вот здесь, конечно, красота, там горы какие красивые. Ты видишь его? Вот и езжай скорее, пока светофор не приключится, то он уедет, мы его не увидим. Кругом зелень одна, красота. Зисела у меня адский водитель. О, молодец, вон он там впереди. Recalculating, direct. Как не посмотреть такую машину? Люди специально едут на выставки, платят сумасшедшие деньги, знаешь, да, Зой? Чтобы увидеть машину. Шопрайт Бульвар. Это не для тебя, Шопрайт Бульвар. Это все Эленвиль. Красивое место, да? Да. Нет, он не повернул. Он впереди едет. Смотри, за ним следует. А, кстати, здесь же тоже Шопрайт есть, я совсем забыл. Да? Едем, сразу едем за ним. Он живет на Азии, это, как он сказал, мопа, и мы там были с тобой. Мы когда с фильтрами ехали, это недалеко от этого. Он примерно здесь. Кругом видишь, какие красивейшие горы. Все зелено. Красота. А здесь, с этой стороны, смотри. Думает, что мы вот на этой машине едем. Он думает. Он же не видел нашу машину. Что ты тормозишь? Едем.
вот эта дорога, знаешь, куда? На эту ферму. А вот там красивейшее здание будет. Старинное красивейшее здание. Красота. Чудесные места. Это были еврейские когда-то места. Это 70 лет тому назад. Ну, сегодня здесь евреев осталось где-то процентов 15-20. Может быть, больше немножко. Есть еще еврейские медицинские центры. А мы не будем возвращаться. Мы поедем через Хоум-Депо домой. Поедем в эту сторону. Дорога извилистой лентой, но смотри, как она, какая она красивая, да, Зоя? Да. Он тебя все время заставляет развернуться. Он, видишь, как смотри, он как шустро ездит. И знаешь, чуть быстрее, ничего страшного, что ты не увидишь, где он свернет. Надо красиво, он налево поворачивает. Показывай налево, налево. Тише, тише, вот здесь налево поверни. Поехали за ним. Он здесь рядышком живет, смотри. Смотри, место какое красивее. Это 9 минут сейчас. Да. Красивое место здесь. Вот уже, наверное, приехали. Видишь, вот тормозит, Зоя, не разгоняйся. Он свой драйвей заезжает. Вот это его дом. К нему прям заверни туда к нему. Подъедь туда к нему, потом вывернешь. Вот она, наша машинка. Вот это его дом. А ты здесь, ты, наверное, здесь встань, наверное. Я здесь постою. Вот здесь вот прям встань. О, отлично. Вот она. Красота. О, отлично. Отлично.